Итак, добрый день гостям, подписчикам моего канала. Сегодня мы находимся в разделе «Полезные вещи для нашей Нивы» или «Вещи для Нивы ВАЗ-2131». Сегодня я поговорю о дефлекторе на Ниву, или также это называется мухобойка. Для чего она нужна? Нужна это не только стильный вид у машины. Здесь крепится она легко, тут клей, внизу подгибаются тоже вот такие вот, как идет, такие застежки, они подгибаются и закрепляются. Надежно, видите, она прикреплена. Самая главная функция – это не стиль, я хочу сказать, чтобы не было красиво, а самое главное – защищает машину. В большинстве случаев летят на трассе камешки всевозможные. Из-за этого вот этот мухобойка, дефлектор или мухи поднимает эти камешки, и они выше машины проходят, из-за этого не попадает защита стекла, не попадает это все в стекло, и для этого эта мухобойка, она стоит недорого, дефлектор, это на Нивы 2131, но вещь необходимая, то есть бережет вашу машину 100%. Стоит недорого, устанавливается 5 минут, но при этом очень много пользы у него. И он не ломается, из жесткого такого пластика сделан. Очень полезная вещь, я рекомендую. Напишите в комментариях, у кого тоже есть такой дефлектор. Итак, на сегодня все. Всем, кому понравилось, как всегда, подписываемся, ставим лайки. Также подписываемся на мой инстаграм и мою группу о рыбалке кулинарии ВКонтакте. Ссылочки будут в описании. Всем пока!